А, ну ладно, отличный видос. Все как обычно, да? Кэна упоротая. Да-да-да. Лицо у него странное. Ладно, там где-то должен быть дневник и что-то почитать. Нет, это мой дневник. Никому нельзя его читать. Хочешь посмотреть? Рвота любви. Ну вот что это. Класс. Я пописала в озеро. Стало очень тепло. Однажды я видела здесь монстра. Это увидела. Я показал ему палец, он больше никогда не возвращался. Какой ты ему палец показал? Да как ты думаешь, Дима, какой палец? С волшебным единорогом невозможно ошибиться. Я знаю. Какая капец. Какой капец. Чего он такой страшный? Мне нравится эта стилистика. Друг моего папы был охотником, и он застрелил этого лося. Его дочь Эрика подумала, что пистолет был игрушкой. Она сказала пиф-паф своим папе и маме. Потом ее родители умерли. Ей было так грустно. Пипец! Эрика. Я помню такой, были такие Эрики. Они Эрики какие-то все, знаешь, по-моему, что-то с ними не происходит. Вот это постоянно. То там какие-то дома сумасшедшие, то еще чего. Блин, секунду, а если... Как она щемит. Привет, киса. Сюда, иди. Иди, киса. Кис-кис-кис. Какая злая. Меховая ублюдина. Нет, 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 нет. А. Ладно, все хорошо, главное, я перевяжу. Смотри, птичка спит. Да, птичка спит, да. Главное, с кисой все в порядке. Давай же, неудач, пойдем. Вот так вот. Вот, пускай птичка спит. Пускай птичка спит, а я пойду. Знаешь, она мне сейчас напомнила этих персонажей Шкия. А. Подозрительно. А ты куда взялся мячик? Вот это я где-то видел. Да тебе такой... Кинула мяч к щеночку. Мы где-то этот момент видели с этой собачкой. Бейсбол играть, мать! Ты куда так лупишь-то? Да фу, это перешагни же, ну. Ой, нет, я наступил на собачье. И стоит. Давай посмотрим, что вышло. Я вижу много блесток и... Это рисовый пудинг. Я больше не могу на это смотреть. Пожалуйста, пойдем дальше. Ладно, хорошо. Бля, какая странная девочка. А, в смысле? Ну, конечно, да. Я и не удивлен совершенно, что вы хотите. Мне понравилось. Это всего лишь птицы. Ой, что происходит? Кажется, у тебя большие неприятности, неудачи. Кто-то посмотрел мою биографию. Кажись, нам надо в нее поиграть, да? Ай, блин. Ай, не говори. Куда эти птицы меня несут? Понятия не имею. Ты должна что-то предпринять быстро. Хорошо. Вырваться... Как вырваться из лап птиц? Ударить их по шарам... Ударить по шарам птиц! Кутые, которые мы заслуживаем! Каким шарам? У птиц нет шаров. Бей по шарам, бей по шарам! Откуда? Давайте в блестки. Ну нет! Ну я же хотел узнать, где шары у птиц. Мои блестки сверкают. Значит, если я брошу блестки в птиц, они будут видеть только блеск. Это собьет их с толку, и они оставят меня в покое. Звучит как отличный план, неудача. Ладно, вперед. Звучит как дерьмовый план, если честно. Атака блесками! А, все, вот и первая смерть. Окей, здесь она. А, нет. Не-не-не, нормально все, нормально. Это называется парашют. Пальтишку тормозится. И главное, такая невозмутимая такая. Да. Точно похоже на тебя. Мисс Фортюн парашют. Кажется, это надолго. Мы не поднимались так высоко. Кажется, время замедляется, когда мы в опасности. Я в опасности? Эй, смотри, птичка.
Привет, это было грубо. Да. А, так здесь мост, я думал, там просто чисто, ну, какой-то причал. Все, я не видела. Или не помню, я, скорее всего, просто не помню, что-то видела, но они уже. Но мы видели только тот момент с собачкой, и все. И меня она тогда заинтересовала, но я забыл про нее. Почему я сломал ноги и не умерла? Похоже, ты умеешь хорошо падать. Спасибо. Нормально. Гроза, а там... О, рыба! Что нам с ней делать? Давайте заберем ее с собой. Пригодится! Рыба... То есть, такой Куплинов такой включил логику, когда было с птицами, не захотел бить их по шарам. Рыба. А чё б с собой не забрать? Как бы в хозяйстве всегда пригодится. Я заберу ее. Рыба в хозяйстве всегда пригодится, тем более она очень умная. Ее зовут Родриго. И ему нужно новое жилье. Сом, что ли? Он счастлив. Посмотрите на Родриго. Это выражение счастья. Родриго, я несказанно рад, что он пошел с нами. Он все. Очень. Слушай, Родриго, на тебя похож. О, это мы с тобой. Я не без неудачи, а ты Родриго. Смотрите. Это же Родриго. Джигадриго, блин. Родриго, ну прям понятно. Если бы Рыба могла говорить, она бы сказала, что она счастлива. 100% говорю. Интересно, слышал ли Родриго? Счастлива. 100% говорю. Интересно, слышал ли Родриго? Асуши! Не Асуши, а Асуши! Это как Родриго, только мелкими кусочками, знаешь? Это как Родриго, только мелкими кусочками. Это не смешно. Особенно для Родриго. Для меня нормально, для Родриго нет. О, да. Я хотел сказать, что на нем пара отличных праздничных разноцветных штанов. Счастье пиньяте Джорджу. Охренительно. Пиньята Джордж. Это что за вонючие палочки? Вот здесь релакс, спа-салон открывает, что это? Ага. Спа-салон в лесу? Я на тебя нассу, ты расслабишься, я нассу, или что? Здесь полицейские ленты. Эта пещера просто огромная. Эхо. Что ж, давай исследуем пещеру. Давай, давай, давай. А, это эхо. Я шучу, это боль не эх, это я. Ты прирожденный комик, неудача, да. Конечно. Спасибо. Ай, блядь! Это был кот на машине, что ли? А, не, это был хомяк. Хомяк или суслик, или что-то такое. Смотри, он, это суслик Лепс. Да. Ай, блядь! Что это было? Что? Я что-то пропустил? Я не уверена. А, я тоже не особо уверен, но, по-моему, это был мини-медведь на мини-машине. Ну да, можно было так подумать, если так не увидел резко. А что это, хомячья вечеринка? Да. Волшебная хомячья вечеринка. Это был вечеринка. Хомяк, точно. Я знаю, что ты любишь вечеринки. Правда? Мы можем... Life Newt Hamsters XXX. О, да. Ты смотри на этого хомяка стриптизера. Почему только две? Их должно быть 6 или 8. Ну ты смотри, как заигрывает-то. Да. Смотри, каблучки. Ага, я вижу. И они курят. И ракет. Ну, я не знаю. Пойдем узнаем. Мы можем... А на этого стрел вообще какой-то въебаный. Пойти. Ну, я не знаю. Пойдем узнаем. Когда я просыпаюсь, похоже. Это... Это не мини-медведь. О, драка хомяку. Ты собираешь. Хомяками, да, давайте прекратим. Ну нет. Тоже что-то интересное.
интересно будет. Не деритесь, прелестные создания, вы должны поцеловаться и помириться. Вот так. Пожалуйста, вам не уходите, ты хочешь, что урони. Таблетки какие-то. Молодец. Ой, это мятные леденцы. Да, 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 мятные леденцы. Леденцы. Попробуйте один, чтобы мое дыхание было свежим. Я маленькая леди, знаете. Датик, так. Пробовать то, что выпало из хомяка, я бы не советовал. Тик-таки, которые каки. Варианты она попробовала, все, я понял. Oh, нет варианта не пробовать. Ух ты, мне так хорошо. Ладно, понятно. Это гениальная игра, по-моему. Она мне нравится определенно. Ой, как хорошо. Ой, блин. Жесть, осуждаю, как говорится. Не поддерживаем. А видишь, как это добавляет? Ага. Да ну нет, ну вороны, не портите кайф, ну что вы, ну пернатые ублюдки, мать вашу за ногу, вот за лапу привязать к столбу и ждать, пока вы высохнете с голоду. Куплинов сознанием дела сказал, как будто бы. Опять болевота. Это стриптиз, что ли, голые хомяки, живьем 3x, на ясно зайца. Ну, либо чтобы попустила. Бля, байк, мини-байк. Прошу прощения, маленькая леди может пройти? Нет, я не очень важный, говорите. Ну ладно, ты можешь поверить этому парню, мистер Голос? Тогда нам нужно найти другой выход. Ну, логично, но нам нужен вход, нет? Зачем нам выход? Я и так без выхода. Что происходит здесь, блин? Типичный клубец. Эти крошечные машинки убивают меня своей милотой. Прелесть. Я думал, реально какой-то мини-медведь пронесся. Хорошо, я поищу. А, в смысле, из пещеры? Я думал, туда вход, он называется выход. Нам нужно из пещеры уйти. Это. А зачем? Я хотел на химерчинку хомяков. Там эти... Вот это вот все, ну. Упс. Ничего, что я их задеваю, да? Похер вообще абсолютно. Ладно, хорошо. Да, не, ну тут почти, конечно. Что ли? Драк хомяки. Смотри, да. Ты видишь? Да. Отсылочка на лицо со шрамом. Хомяк со шрамом. Секунду, потише чуть-чуть. Вот так вот. Блин. И попало. Ну вот так вот. Ну бляха, ну еще чуть-чуть. Вот чуть-чуть-чуть-чуть, вот так вот. Оп, давайте сильнее. Нормально. Фига. Вот это врыв. Их, это дарала вся киска. Посмотри на эту чайку. Чайка-алкаша. Кевина. Ох ты, ёб твою налево. Это. Раньше он сидел в песочнице рядом с школой. На нем не было одежды, и полицейский побил его палкой. Восхитительно. А помнишь рыбу, что ты подобрал ранее? Ты о Родриго, моем друге рыбе навсегда? Но нужно отдать его чайке. Наверняка он будет рад компании. Пожалуй, это возможно будет справедливо. Наверное. Отдать рыбу? Но я не думаю, что в этом мире бухающая чайка в песочнице будет есть Родриго, поэтому Родриго нужен друг, а как не друг чайка, мне кажется, это вообще самое хорошее. Давайте отдадим. Не то, что отдадим, мы посадим его рядом. Не будет весело, задорно, я не буду счастлив. Пусть эта рыба принесет тебе столько радости и любви, сколько она принесла мне. Ты очень добра. Ну, вообще, Родриго, да, сдох, скорее всего. Я тебе что ты делаешь-то? Он все-таки за. Да, за кусони подогнал ему. Точнее, в хлебало кинул. У малой такое выражение мордочки. Ой, скотина! О нет, Родриго теперь мертв. Уже был. Охренительное решение. Он уже был мертв, кто сказал? Ты? Да. Куплинов? Я сказал. Я уже запутался, кто из вас говорит. Потому что он такой уже деревенелый был весь. Ну да. Ой, скотина! О нет, Родриго теперь мертв. Разумеется, чайки любят есть рыбу. Почему ты ничего не сказал? Ну, теперь ты знаешь. Разве учиться не весело? Пожалуй.
Ой, а в смысле не весело? Я думал, это мир такой странный. Ты кидаешь Родриго чайки, и чайка наливает ему стаканчик. Я думал, это симбиоз, союз. Какого хера здесь мыши кокаин делают? Почему эта чайка вдруг должна есть рыбу? Где логика? Скорее нет, ну ладно. Но, ну, смысл от этого не поменялся. Да, мыши. Это были хомяки, по-моему. Да, это же хэмстер с хомяками. Хамыши. Хамыш. Хамыш. Шумел хамыш. Хамыш, хамыш. Единственный в мире малыш хамыш. Ну, у нас же есть кошка-мыши, кошка-обезьяна и котокот. Котокот? Ну да. Единственный в мире малыш-котокот. Малыш-мартыш, хватит под ногами лазить, ёпта. Кечка? Да. Ну да, она малыш-мартыш. В этой игре. Вы чё? Это так не должно было быть ни в коем случае. Там нарисован, кстати, на лавке презерватив. Это я к общему сведению. Я похороню его позже. Ну ладно. Ты какая скотина. Ты посмотри, сидит, падла. Напорол, ещё и Родриго съела. Скотина черная. Все перья вылезли. Так, посмотрим. Малыш Лулу — первый мопс, задушивший человека. Чего? Капец. Это что, кладбище домашних животных, что ли? Да. Надо скопать его! Какой мопс! Какой мопс! Дети страдают. Ты что-нибудь нашла неудачу? Нет, тебе показалось. Ах ты какая хитрожопая мелочь. Хитрожопая какая мелочь. Серьезно? Она не говорит, она скрывает, она мутит. Нужно... Действительно. Ну пойдем, ладно. А кто это так устроил? Кто так все обустроил? Ни хрена себе, кто-то архитектор. А, вот ты где. Ты скотина, отдай счастье мое, пес! Возможно, была ошибка выбирать ее для этого. Пес Далис. Угу. Пес Далис. Откуда жена узнала, что я люблю животных, да? Жена меня хорошо знает. Я имею в виду, я видел, как она ела блестки. Кошка, прости, но я не уверен, что я тебя удержу нормально, когда буду ржонькать. Блела елки, блела ёстки, блевала елки, блева блестки. Блева блестки, окей. Я имею в виду, я видел, как она ела блестки. Это неестественно. Засуну в одну ноздрю, пшикну, чтоб сука из другой вылетела, при этом задевая мозг. Что? Погуляем по блевотинку. Почему все люди в маске? Погуляем по блевотинку. А, все-таки маска. Почему все люди в маске? Мама постоянно приводит меня сюда. Здесь очень скучно. Иногда она отправляет меня за сигаретами, а сама обнимается с незнакомцами мусорных контейнеров. Это правда? Ну да. Понятно. Я знаю, что за незнакомый. Ой, знаю, что за незнакомый. Ой, знаю, что за незнакомый. Ой, знаю. Ой, не надо с ними обнимать. Ой, нет, ни в коем случае. Я не знаю, я в смысле понимаю, догадываюсь. Я примерно прикидываю. Ну, конечно, ага. Интересно, почему они пропадают? А, не беспокойся о них. Я уверен, однажды они все вернутся. Думаешь? Конечно. Не знаю, мистер Голос. Здесь творится что-то загадочное. Здесь творится что-то загадочное. Маленький черный, сука. Смотри, сколько уже детей пропало. В шляпе был, баба была. И вторая баба была. Это три. И три раза потерялась одна и та же. Логика, конечно, у тебя охренительная, что если три объявления, значит, четыре раза потерялась. Блин, тут есть другая, тут одна четыре раза потерялась. Ну, тут это два раза потерялась, например. Ну, все равно вот эту ей не переплюнуть, она четыре раза терялась. Совсем конченая, блядь. Пиздец, кретин топографический. Видишь, тебе есть куда расти. Ты еще ни разу не терялась. Ну да, ну да.
Получается еще чувак с белыми волосами, бабеха с белыми волосами, это плюс два. Вон та еще старушка, которая справа, почему она похожа на бабулю. А еще вот этот вот. Короче, все дети в городе пропали нахер. Все, да поголовно. Одна мисс вот эта ушла, скоро тоже повесит ее туда. Какие страшные старухи. Смотри, улица называется Диккенс Роуд. Понял? Диккенс Роуд. Дик. Неудача. Оу, крэп. От игра на клаусловы на английские шутки и просто обосраться. А Дик — это английский член. Не тот член, который в партии какой-нибудь, а член, который в штанах. Ну ты понял, да? Но нам нельзя об этом говорить. Что ты кричишь? Эй, привет. Зачем ты со своими друзьями потащила меня на небо? Чтоб ты знала, из-за тебя я опоздала на вечеринку. Мерзкая пернатая скотина, ну ладно. Там Френбо только что проехал, я тебе отвечаю! Мерзкая пернатая скотина, ну ладно. Там Френбо только что проехал, я тебе отвечаю! 100% я говорю, только что перемотай, вот только что проехала. Я это-то узнал, вот этот. Не, у меня глаза у вас, Мы, видимо, просто не знаем, кто это. Удивляет. Ой, бля, проехал, сейчас смотри, сейчас проедет. Присяду, я немного устал от всей этой ходьбы, понимаешь? Могу представить. У тебя очень маленькие ноги. Именно. Я маленькая леди. Вот кто я. Да, кто-то... Эй, неудача, смотри. На поле целое стадо коров. О, я люблю коров. О, как мило. Бежит теленок. Ой, блядь. Сейчас опять блеванет, наверное. Бедный тел. Беги со всех ног, маленький детеныш коровы. Ты видел этого детеныша коровы? Несчастье происходит постоянно. А следующая остановка — зоопарк. Кажется, мы подъезжаем к зоопарку. Отлично. Там на детеныша коровы насрала мать. Ну, жиденько. Может, не мать, а тетя. Ну, да. Я думаю, что подумали я примерно сутки, потому что... Ну, тёлка. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Это нужно вводить теперь. Опять проехал эта петля. Это нужно вводить, а у нас новая, обновленная версия. Если бы мы еще понимали, о ком он. Заканчивание, окончание серии. Ну, в смысле, кого он имеет в виду? Забывать постоянно про какой-то другой раньше игры я забывал или про Инстаграм, потом это у меня все уже до автомата ввелось. Сейчас я буду постоянно забывать про колокольчик, но если я про него забывал про Инстаграм, потом это у меня все уже до автомата ввелось. Сейчас я буду постоянно... Блэкфейс какой-то. Да, именно, осуждаю. Забывать про колокольчик, но если я про него забываю, ты пишешь в комментарии, что я про него забыл я сказать, думал, мне кажется. Чтобы остальные поняли, что его нужно нажать и что-то там включить, чтобы всем все время приходило все. Все. Да, согласен, с Куплиновым. Ставьте на колокольчик, нажимайте, все, зрители, все, ребятки, всем пока. Вот и конец представления, вот да, конец представления. В конце моей истории должен рок-н-ролл играть. Эта зима принесла демонов, мне душу растерзать. Боль так сильна, что я, боль так сильна, боль. Моя история началась с восхода солнца. Ясно. Спасибо за просмотр. Всего доброго.